Сегодня на платном участке магистрали М-11 Москва-Петербург снизили базовые тарифы на проезд. В пиковые часы на 29%, в ночные на 33%. Изменения предусмотрены для маршрутов Москва-Зеленоград, Зеленоград-Солнечногорск, Москва-Московское Малое Кольцо, а также Москва-Солнечногорск. Именно эта магистраль до сих пор простаивала из-за высокой стоимости. Проезд обходился водителям в 500 рублей. Неделю назад Владимир Путин на форуме ОНФ выразил возмущение по этому поводу. Сказал, что цены вздули так, что проехать невозможно. Это цитата. Президент потребовал немедленно разобраться в ситуации. Кстати, тарифы снизили временно. В апреле оплату снова пересмотрят.